Ясное утро вновь сведет с ума. Что случилось с сердцем? Снова бьется, как тогда. А в небе так скучно. Я устал мечтать и вернулся навсегда. Мир и небо, ты и я. Вообще поставить пифузор углов немного. Там 4 крепления, 4 болта. Проблема в том, что для того, чтобы его туда установить, придется разобрать половину системы охлаждения. Для того, чтобы поставить диффузор сюда, надо было не просто снять шланг, но и разобрать немножечко карбюратор, снять корпус фильтра, потому что вот этот воздуховод просто никак вообще не давал засунуть сюда диффузор. Пришлось снимать и доставать аккумулятор, откручивать радиатор, снимать даже трубку маслослива, и в итоге оказалось, что диффузор-то не подходит нифига. Итак, всем, кто сейчас там пытается умничать в сообщениях, говоря мне, что надо было просто открыть крышку радиатора, и тогда антифриз побежал бы быстрее, отвечаю, да, вы правы, антифриз побежал бы быстрее, настолько, блин, быстро, что я отвечаю, вы бы офигели от того, как вам пришлось бы его ловить в одного в гараже, когда из всех приспособлений у вас есть только одна обрезанная 5-литровка. В сегодняшнюю тему охлаждения хочу показать вам новый ништячок. Это держатель для телефона с присоской и с кулером для охлаждения телефона. Потому что в «Жигулях» летом греется все. Не только мотор, но и пилот, и его телефон. Вот только сейчас сижу и разбираюсь, как их вообще вдвоем тут разместить так, чтобы и обзору сильно не мешало, и зеркало не перекрывало, и чтобы мне до него дотянуться было легко. Ну, судя по всему, наверное, это будет где-то вот здесь, вот в углу. Как-то, блин, вот так.